Стена загидроизолирована. Можно засыпать. На Еруде, если видите, друзья, идет снег. 2 июня пошел снег. Пока маленький, наверное, думаю, сейчас прибавится, идет снег. У нас тоже 2 июня идет долгожданный снег. Летний. Думаю, что сейчас к вечеру будет побольше хлопья. В этом страшном лесу идет снег, ерудинский снег. И вот такая красота. Деревья просыпаются. Дремучая тайга. Друзья, что вы думаете? Насколько мы близки к природе, насколько мы далеки от нее? 2 июня. На Еруде идет снег. Я покажу вам снежинки, надеюсь, будет больше. Вот. Это очень красиво. Снег идет.